Большую часть ночи мы провели возле деревушки под названием Хэсвиль. Немного разведав обстановку, я нашел Браунинг за упавшим планером. Винтовка принадлежала парню по фамилии Хардинг. Как ты это узнал? Он держал ее. Поразительно, как мало нужно повидать трупов, чтобы их вид тебя больше не волновал. Нам отсюда не выбраться! Похоже, Бейкер просто обожает посылать нас охотиться на диких детей. Неужели так трудно было дать нам карту? Что творится с Бейкером? Он постоянно сам по себе и пялится тупо вперед. А он вот всегда такой был. Еще в Англии играем мы, бывало, в бейсбол и все такое. Не а похоже, что мы быстро вытащим это говно из этой грязище. А где, черт побери, Ален? Он обычно не допускает охоту на гуся. Там припасы для прорыва на Сен-Ком Дюмон. По нарядам он первый в списке ума. Вообще-то... Надо донести, что вы идете к нам, парни. Полковник Джонсон послал... Фрицы пошли в атаку на шлюзы и порвали нас на тряпки минометным огнем. Нам будут сбрасывать припасы. Как сбросят, отметьте их дымовым сигналом. Подберем попозже. Вы встретитесь с полковником на другой стороне шлюзов. Удачи, рыжий. Укрыться там! Укрыться там!
Огонь по цели! Поехали! Бегом туда! Де Соло? Укрыться там! Отделение сюда! Живее! Вы мне вон там нужны! Пошли! Поехали! Я сидел на рации целый день, вызывал сраное подкрепление, и вот они что, прислали мне капрала? Баллард может поцеловать меня в жопу! У нас почти кончились патроны! Пейдж, МакКоннелл, заберите патроны! Капрал, тащи свой зад вдоль по берегу и займи оборонительную позицию на перекрестке! Пошел! Давай дуй отсюда! Let's go.
Сюда направляется взвод фрицев. Думаю, лучше всего будет отрезать их с фланга. Капрал, шевелись! Мама говорила, возвращайся живым. Пейдж, что ты делаешь? Она говорила, не дай этим сукиным детям убить тебя. Пейдж, слышал, чего Пейдж, я говорю? Прекрати. Я назвал тебя Пейдж, сукиным что сыном. Что ты, черт возьми, делаешь? Отвали. Иди, поговори со своими, капрал.